Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Герант Танк. Первый день, опять же, забираем с тобой два гема. Я никак не могу поиграть во второй, третий, ну и так далее, да? Для того, чтобы получить хотя бы обычный сундук. Да. Ну что же, да, у нас скин на нашем челябинце. Так, и, по-моему, у нас два сундука. Давай открывать. Окей, неплохо. Так, что еще? Ух ты. Это же можно прокачать, насколько я понимаю, да? Также у нас и защиту можно качнуть. Хо-хо-хо. Или я путаю чего-то. Ну-ка, давай глянем. Да, мы можем с тобой и здесь качнуть. Опа. И здесь. Так, шикарно. Ну что, сыграем с тобой за челябинец пока, да, наверное, я думаю. Так, онлайн один на один. Или же поиграем все-таки в поле сражений. Так, у нас же зимний лес же еще открыт. Игра на прохождение. Зимний лес. Ну, почему бы нет? Погнали. В зимний лес, так в зимний лес. А что мы с тобой теряем? Да ничегошеньки. Так, ну давай, малютка. Почему моя малютка не едет, друзья? Так, я не понял. Ага. Все. Только одного не понимаю, кто у меня поменял управление. У меня совсем не такое было. Да уйди ты! Вот гадина, все-таки попала, а? Иди ты, козе, в трещину, как говорится. Давай, 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 иди сюда. На тебе. На, буржуй. Все, выкусил. А сколько всего здесь танков, интересно, у нас? На вскидочку. На. Еще на вскидочку. Нет, не надо больше таких вскидочек. Ох ты. На-ка. Шитик-то ушастый получил свое. Будешь знать, как на меня батон крошить. Ай-яй-яй. Уходим, ребята, уходим. По-моему, прощи там активируют. Да что такое? Что за ухабы-то вечные, а? Да, челябинец, какой-то ты дерганый. Лучше мне взять, наверное, тот танк. Наш новый старый танк. Ну где там охламон? Я не вижу. Теперь вижу. Сейчас мы его уничтожим. Бинго. Так, тут, по-моему, сколько? 10 противников, да? Я вижу. И попадаю. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей, не надо. Не надо выпендриваться. Сейчас тебя тут потихонечку просто уничтожу, и все. Так, ну что, 8 танков побито. По-моему, здесь их 10. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, 10. Да куда ж ты? Господи, ну... Ай-яй-яй-яй-яй, давай. Раз. И два. Готов. Так, это был 9-й танк. Так, где-то еще один должен быть. Вот он. Спрятался типа, да? Че ты там? Дергайся, че ты дергаешься? На, блин, перелет. Недолет. Да чтоб тебе, ты серьезно? Ну-ка, иди сюда. Иди, поговорим с тобой. Так, все. Халабуда несчастный. Так, сейчас будет босс, а у меня ни защиты, ничегошники нету. Печалька. Ну, что поделаешь. Сейчас посмотрим, что еще за босс. О, нет, только не этот, блин, только не каратель. Друзья, ну почему каратель, а? Почему сразу каратель? Так, попадаю, вроде попадаю, ребят. Он уходит. Он уезжает. Он уехал, да? Да, он уехал. Давай бомбить. Так, отлично, попал. Он отходит, отступает. Так, нет, теперь наоборот ко мне идет.
Ага. Уехал, да? Да, друзья мои, он уезжает. Да чтоб ты... Отдуплись. Е. Слушайте, ребят, заклепал я его, как ты видишь. Очень даже неплохо заклепал. Отъезжал, отъезжал от меня, но все-таки получил свое. Погнали. Чего? Сейчас постреляю. Так, погодите. Ты посмотри, а что это он такой жесткий? Понимаешь, три раза нужно бомбить. Эй! С какого, блин, перепуга-то? Так, тихо. Три раза мне нужно в него шмальнуть, понимаешь? Вот так вот. Халявка закончилась, походу, дела. Да, мистер Рэй? Ну, иди отсюда, носатый. Смотри, по этим даже уже сколько нужно бомбить. Они крепче стали. Они стали крепче. Вот что я тебе скажу. Погнали далее. Что там у нас? Так, ну тебя еще тут не хватало только. Фраерок. Ага. На металлолом его. Наш маленький челябинец всех тут сейчас будет ушатывать. Абсолютно всех. Попадаем, попадаем. О, ничего, он там прям... Ну, это что-то с чем-то, друзья. Он прям по головам, так сказать, поехал, да? Вот этот вот хлыщ. По-другому не назвать. Просто поехал, блин, по головам. Раньше они с двух снарядов уничтожались, а теперь фигушки. Теперь нужно по ним бомбить капитально, понимаешь, в чем дело? До посинения, так сказать. Давай, давай, иди сюда. Сейчас тебе нахлобучу. Не-не-не, так не пойдет. Есть. Это 7 танков, да, у нас уже подбито? 7, нужно еще 3. Навскидку. И я попадаю. Я слышу звон металла, друзья мои. Так, он по мне попал, а? Смотри-ка. Сейчас мы его пробьем. Как так-то? Ну? Бинго. Ну, где-то там. Вот он. Еще. Залетел. И последний танк. Кто там у нас будет? Стрелок опять, да, этот? Да, опять стрелок. Челябинец, он какой-то неуравновешен. Он, ребят, как этот кувыркается здесь. Да ладно, что это за фокусы. Так, ну что, Босяцкий, естественно, Босяцкий. Где он там? Кто? Ага. Штурм Маус. Ну, с этим ребенком мы знаем, как разбираться, да? Штурм Маус, тоже мне не надо. Не тут-то было, кукиш тебе с маслом. О, снаряд, снаряд попал. Так, отходим. Отходим, друзья мои, нельзя так подставляться. Надо вот так вот, типа, бомбить. Понимаешь, навесиком, ребят, навесиком. И будет нам счастье. Последний выстрел. Бинго. Кидри, нифига, его отправили. Так, поехали дальше. Очередной бой. Наш малыш-челябинец. Как всегда, ребят, на стреме. Так, там где-то этот палит по нам, но... По-моему, попадаем. Характерный звук попадания. Да. Пусто. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, нет, не пусто. Не пусто, друзья мои, было как раз-то. А вот теперь пусто. Да уйди ты... Давай, челябинец, быстрее. Учух. На тебе, гаденыш. Так, сейчас, 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 секунду. Хоба. Шикарно. Ну? Еще есть? Кто добавочки хочет? От моего маленького танка. Нет, что это там такое? Что там такое сильное буянит? Понял.
Сейчас мы с этим разберемся, с щеглом. Это слишком... Ай, да куда ж ты? Какой ты неуравновешенный, блин, челябинец, а? Дергаешься, как я не знаю кто. Просто бесишь меня вот в этом плане. Раздражаешь меня, как этот. Ванька, встань-ка, блин. Разгуляйка называется, блин. Вон, видишь, как ходуном ходит, блин. Давай, стреляй. Да, слышу, попадаем. 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 Минус. Ой, а по кому это мы попадали? По какому-то другому танку. Так, слушай, хорош. Ну вот, началось, блин. Опа, попали. Ну и по нам попали немножко, да? Ладно, это не критично. Это еще при том мы прокачаны. Я не знаю, что здесь будет, если поехать на непрокачанном танке. Давай-ка вот так, наверное. Через навесик. Так, подъезжай, подъезжай. Да ну не так же, блин, высоко так, господи. Ну и челябинец, а. Перебор. Он же, блин, попадает по нам. Ну ты посмотри. Все. Так, надо будет сегодня поиграть в гнутые стволы. У нас есть такой режим. Кто не знает. Так, сколько еще остается? 8. Так, еще 2. Раз. Двас. Трис. Так, и последний танк. Вижу. Это у нас стрелок. Этот танк просто стреляет. У него нету снарядов. Он просто из пушки. Нормуль. Так, и подожди-ка, а должен уже быть... А, это и есть 10-й, да? Так, я тебе сейчас постреляю, гаденыш, что я такие. Попадаем. Сейчас я его возьму. Он будет наш. Отъезжаем. Ну где-то там. Иди сюда, я тебе сказал. Все. Подождите, друзья, что-то тут, по-моему, это 11-й танк, а я думал, всего 10. Ставки повышаются, господа. Ага. И что же здесь за босяцкий? Сейчас выйдет. Да блин, опять каратель, да? Попадаем? Попадаем. А вот он по нам, по-моему, не попадает. Так, куда же он там поехал-то, а? Роднулька. Раз. Два. Щиты, конечно же, вешаем щиты, друзья мои. Иначе нам его не одолеть. Так, и последний выстрел. Куда ты стреляешь-то? Е. Вот где щиты-то нужны, понимаешь? Так, ну что, погнали. Еще, как говорится, нам нужно сделать с тобой заходик. Так, 5 из 5, как ты видишь. Я не знаю, что там дальше у нас будет. А вот неудобная здесь для меня, кстати, позиция, ребят. Так, надо к нему здесь подходить ближе, вплотную. Почему? Потому что он тогда по мне попадать не будет. Готов. Так, стопэ. Я сказал, стопэ. Да ну. Ты смотри, а. Приходится вот так вот делать. Зажали. Прижучили, так сказать. Так, это хламонище, да? Так, теперь потому надо влупить. Влупляем. Челябинец, давай. Жги.
навесиком. Снаряд, снаряд. Шикарно. Поехали. Ну и где ты там, вражина? Пока не вижу, не чувствую. Понял, кто здесь. Опа. Так, они засуетились. Они засуетились. Так, это там на верхушке, вон он. Последний выстрел. Вот сюда вот надо. Да господи, он еще подвинул там, а? Ну-ка отойдем. Вот с этого расстояния. Сколько? 7, это 7-й танк. Это 8-й будет, да? Это 8-й. А их сколько здесь? 12, получается, наверное, будет. Так, пулеметчик. Там у нас пулеметчик. Так, ну пулеметчик мы с тобой сейчас раскатаем, наверное. Кто-то там так хорошо по мне прикладывается. Ты смотри. Понял. Не имется, вот и сдох. Отлично. Так, итого 10 танков. Значит, где-то еще один. Вот, он явился сам ко мне, грубо говоря. Ну что, Босяцкий? Где у нас этот? Патун. Почему патуна давно не было? Так, это Маус опять, да? Штурм Маус. Самый, как по мне, простенький танк. Да куда ж так, так высоко-то бомбить? Зачем? Фига у него там. Да, у него радиус, конечно, я манал, ребята. Именно по обстрелу. Ты посмотри. Просто что-то с чем-то. Я только сейчас вот начинаю попадать по нему. Попадаем? Попадаем. Ну и по нам попадают. Крышка ему. Ханурик несчастный. Так, назад в меню. Так, мы заработали еще на один сундук. Ага. Допустим. Так, что у нас еще тут есть по аркадушке что-нибудь? 14 тысяч нужно, чтобы горный. Тут 12-12. Земельница. Подожди, а почему 12-12? Я не понял. Смотри, тут новые танки появятся. Или это просто картинки такие новые. 6 тысяч, 10 тысяч. Так, ну что? Погнали? Вдутые эти. То есть вгнутые стволы поиграем. Так, мы, кстати, с тобой кольт так и не попробовали. Что, будем брать? Давай попробуем. Что такое, я не понял здесь. А, мы можем... Нет, не можем. Пока не можем. А бустер-то есть где-то? Воу. А что, его радость? Ничего нету. Обрадовался. Ладно, давай попробуем. Сыграть за кольта. Насколько он хорош. Мы его в прошлой серии получили. А в этой мы еще его не юзали. Ну что там зависла загрузка-то? Гнутые дула. Насколько он хорош, я даже не знаю. По мне попадают. О-хо-хо-хо. Да ну. Ай, куда ты? Нет! Ну зачем же так? Что это, ребят? Что это? Ну так не годится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Так я буду, конечно, ребят, до посинения. Ну чё, пушку-то мне... А, вот, ремкомплект. И что? Я ему в башню строчу. Где?
Найл Блейд. Угу. Так, играем снова. Играем снова. То есть у нас что на гнутых стволах, что на обычном, да? Один тот же, как говорится, идет прогресс, что ли? Походу так. Фокс Таргот. И мне кажется, лучше все-таки мне брать тот танк и все. Челябинец сразу, друзья мои, получил искривление дула. Да ты смотри, что он делает, а? Он еще... Ремкомплект мой. А ты вот так вот постреляешь. На. Я знаю, что тебе не кайфово. А что ж поделать. Такая судьба у тебя, парнишка. Такая судьба. Так, друзья, давайте возьмем наш вот этот вот танк Т-34. Ну только не гнутые стволы, а возьмем с тобой обычные. Вот так вот. Гнутые, конечно, весело, хорошо, но... Давай здесь поиграем. Баксер. Мы с тобой против баксера играем. Уж кто там такой баксер, я ума не приложу. Но я уже попадаю по нему. И он взял кольта. Да ну. Ух. Ух. Прям ко мне едет, хлопчик. Все, боксера разнесли. 300 монет мы с тобой зарабатываем. Так, давай дальше тогда двигаться, фигни. Мадара. Где там эта Мадара? Попадаем. Видишь, как он приценивается. Пора ехать к нему. Думает, засел такой крутой. Его там и разнесли. Ну что, пойдем с тобой за 600 монетками. Что скажешь? Танк пока менять не будем. Челябинец я уж тем более брать не буду. Его вот эта вот неуравновешенность меня сведет с ума. Поэтому, естественно, Т-34. Только Т-34, пока. Где там у нас враг? Ох ты, это кто такой? Так, он приценивается, ребята, он приценивается. Пока никто ни по кому не попал. Я открыл счет. Да что ж ты? Отлично. Отлично. Дарк Бенки. Он хочет умереть. Да, и он умрет сейчас. Танк, конечно, красивый, но дурной. Погнали далее. Танк красивый, но дурной. Ну, по крайней мере, был. Или мне так показалось, или просто он не успел, как говорится, раздухариться. Ох, какие у нас тут классные поля. Не, какие-то поля, это, не знаю, даже не лес-то. Плющиха какая-то. Смотри, смотри, мы прицениваемся, ребят. Мы начинаем прицениваться. У него тоже Т-34. Я открыл счет. Начинаем бомбить друг друга. Литерати. По-моему, ему крышка, ребята, литерати. Этому он стоит, никуда не двигается. Он хочет меня передамажить, но это бесполезно, потому что я уже нанес по нему больше урона. Слушай, еще чуть-чуть, и мы получим с тобой 600 монет. Блин, а нам нужно сколько там? 6 тысяч монет, чтобы открыть следующую локацию. Ну, че, давай, погнали. Повар Джек. Слушай, Повар Джек, по-моему, мы уже с тобой видели Повар Джек. Ага, хочет смыться. Мы попали. Причем хорошо так попадаем по нему. Ой. Прям как по родному попадаем, смотри. Прицелился, наконец он прицелился, но уже поздно. Мы его продамажили. Ну, вот и 600 монет наши.
Погнали дальше. Что за тыщенкой? Ну, почему бы нет? А вдруг нам повезет? А вдруг мы тыщенку с собой срубим? Ну, давай, 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 танк. Так, снежные... Хотел... Ну, да, снежные горы. Давай посмотрим вот так вот с прицелочкой. Так, кольт опять идет. Я не попал по нему, оказывается, тогда. Так, он дуркует. Пускай дуркует, ребят. Ну все, ему... Как ты понимаешь, ему крышка. Что он тут сейчас выпендривается? Я тебя умоляю. Так, а тут не 1000, ребят. Тут 1500 светит. Ох, хотелось бы мне это срубить. Такой куш был бы. Такой, друзья мои, был бы куш, а? Ох ты, неплохо. Сейчас, кстати, очень было неплохо, ребята. Так, он приценивается. Пошло, пошло, ребята. Друг напротив друга. Естественно, мы... Что? А, снаряд, снаряд, понял. Да что ты... Ну, куда, куда ты поскакал? На! Разлетелся в хлам. Так, сколько нам нужно еще? Блин, еще... Я так понимаю, сколько тут? 12, 3 победы еще надо. Кажется, так мало. 3 победы. Но в тот раз мы сфейлились, у нас не получилось. Хотелось бы, ребят, хотелось бы на этот раз. Но в тот раз, по-моему, там танк был какой-то супер-пупер. Блин, фиг поймешь, откуда он взялся. О, какие-то руины. А ты помог... Чего там? Помог кому? Куда? Гарнизону или чему? Ай! Ай, кольт! Кольт, друзья мои, идет. Он открыл счет. Мне не нравится это. Так. Он подтупливать начинает. И это хорошо, что начинает подтупливать, друзья. А че у него такой дамаг-то зверский? Ты успокойся, парень. Фига себе. Стрэнджер 568. Так, друзья, если мы с тобой еще 2 победушки сделаем, 1500 монеточек на карман. А того у нас будет 2000 с лишним. Это неплохо. Там еще надо будет 4000 накопить, и мы с тобой откроем новую карту. В бой, в бой, в бой. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Кто, интересно, что у него за танк? Опять этого хлыща мы видели уже. Хлыща, блин. Так, он открыл счет, ребят. Он дамажит. Так, мне нужно сваливать. Ага. На-ка. Е! Yeah. Вот она, сноровочка-то. Ух, еще победушка. Еще, ребята, одна. Надеюсь, все у нас. Плеер 44. Не знаю, что там за плеер 44. Давай Т-34 влупляем сразу на дальняк. Приценивается. Он прицелился, ребята. Он открыл счет. Ага. Да в плане он, блин, стоит на одном месте. Какого хренуса, блин? Ты смотри, чмо, блин. Нашел подходящую позицию, блин, и... Так, у нас есть гемы вообще? Нету гемов? Сохранено. Давай дальше поехали. Я не собираюсь отдавать 1500. Ты видел, блин, чмошка, а? Встал, вообще не двигался, просто бомбил. Куда бы я ни сунулся, ты понимаешь, в чем дело? Куда бы я ни сунулся? Это он же? Это он же. Все. Попался парень. Я быстрее его продамажу. Побыстрее. Фух. Да. Да. Слушай, вот теперь хочется 100 гемов получить. Блин. А сундучок так это вообще было бы шикарно. Что-то мне кажется, сфейлюсь я. Ну, прикинь, если у нас соточка будет гемов, мы с тобой сколько раз можем сохраниться? Приличное количество раз. Да, только вот надо победить всех противников. Противники, естественно, ребята, становятся круче, как я понимаю. Снаряд, снаряд, прикинь. Давай, иди сюда. Все, нашел точку, ребята. Я нашел точку, оптимал. Аскал... Ротозаврик. Все.
Аслакартозаврик готов. 4 победки всего лишь надо. Ну, якобы 4 победки, я уже не знаю. Может быть и 5, и 6. Все зависит от того, как у нас пойдет дело. Пока все идет хорошо. Я единственное, почему я не взял эти перки, скажи ко мне на милость. ОСДФ, это кто такой ОСДФ? Что за аббревиатура такая, ОСДФ? Нашел, что ли, позицию для себя, да? Ищет, ребята, ищет оптималушку. Так, я, кажется, нашел. Ага. О, пока он тут кривляется, мы его... Ну и что ты встал тут? Дурила. Сам виноват, ОСДФ. Никто тебя сюда не звал. Угу. Погнали дальше. Блин, вдруг получим с тобой 100 гемов, а? Это же будет круто, согласись. Но мне кажется, каждое сохранение будет требовать все больше, больше, больше кристаллов. Так, Диабло Бейнт. Откуда у него такой перк? Ой, перк. Аватарчик. Снаряд, снаряд, ребят. Ай-яй-яй. Открыл счет. Открыл счет, ребята. Вот он начинает дурковать, отлично. Гнутая дула. Все, тебе крышка. Диабло Бейд. Как с куста. Ох, давай попробуем как-нибудь две победушки-то одолеть, а? Уж как-нибудь. И что, все зависит от ландшафта. Какой ландшафт тебе выпадет? Если удачный, то победа за тобой. Если неудачный, то уж извини, тут тебе уже ничто не поможет. Абсолютно. Так. И что он делает? Он ищет, ищет, ищет ту самую точку, с которой будет неплохо обстрел вести. Но, видишь, он нашел ее слишком поздно. Так что аслокотозаврик опять получил. Так. Еще победа. Еще одна нужна победа нам, и все. Фух. Ну, поехали. Ну жми ты давай к... Газуй сразу же, прям с... со старта ты должен. Как этот у меня. Фух. Торпеда лететь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, была позиция отличная. И я ее продинамил, да? Он гуляет, он гуляет. Он нашел. И я нашел. Но ты видишь, что я по нему. Ху. Че у него там со скорострельностью? Первого уровня, что ли? Сосунок тогда. Да. У нас с тобой третий уровень, поэтому мы быстрее стреляем и дамаг покруче. Ать, хорошечно-то как, друзья мои. 20. Тьфу ты, 20. 100 кристаллов мы получили. Фух. Ох, ничего себе, у нас 6 сундуков накоплено. Ё-моё, давай открывать, конечно. Так, челебенец. Давай далее. Опять на челебенец у нас выпадает. Да что вы все на челебенец-то мне? Опять на него. Вы издеваетесь, да? Все сундуки, ребята, на челябинец. Да. Слушай, а у нас же где-то, я помню, был рекламный пак. А, вот он. Ну-ка. Что тут? Ну вот. Почему-то с рекламного выпадает хоть что-то такое новенькое, да? Так, ну что, 109 гемов. Почти 4000 монет. Улучшить бустер, улучшить челябинец. Танк со скидкой. Вафля. Вафля. Так, ну у нас тут на прокачку ничего нету. О, мы можем улучшить. Так, отлично. Это какой уровень это у нас получается? Фиг его знает. И бустер, главное, не стоит никакой. Хотя, а, у него и не было никакого бустера. Найти, ага, бустер или купить сейчас. Дреб. Да, друзья мои, дреб. Тигр. Но тигр это же немецкий танк. Вафля. Штейн. Так, ну что, давайте мы с вами тогда на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.